По прогнозам синоптиков, сегодня в южноуральской столице температура поднимется до плюс 2 градусов. В предыдущие дни столбик термометра останавливался на отметке 0. В Управлении культуры города сообщили, по техническим характеристикам эксплуатировать ледяные фигуры и горки можно исключительно при минусовых значениях. В других условиях они начинают оплывать и теряют прочность. Так что пока городок закрыт на неопределенный срок.